ходе рабочей поездки в Наманганскую область глава государства обозначил конкретные задачи по превращению района в регион, свободный от безработицы на основе уйчитского опыта. Сегодня ведется работа по применению данного опыта в Алтынкульском районе Андижанской области. С начала года здесь с целью обеспечения занятости молодежи организовали 11 ярмарок вакансий с участием более 500 компаний. Шохрухубек Тоштемиров, окончив вуз, вернулся в родной Алтынкуль. Трудоустройство в этом контексте актуально, и ярмарка труда стала возможностью устроиться на постоянную работу, реализовать задуманное и вносить свой вклад в развитие региона. Асадурбек Исмаилов – выпускник зарубежного вуза в области ветеринарии. В Алтынкульском районе получил работу по своей профессии. Сегодня молодой, но опытный специалист занимает должность заведующего ветеринарного участка Шахриханского района. В течение 6 лет учился в Иркутской области Российской Федерации. До того, как уехать на учебу, 5 месяцев проработал на ветеринарном участке. Моя основная задача заключается в предотвращении распространения инфекционных заболеваний среди крупного и мелкого скота, а также куриц. Кроме того, провожу плановую прививку животных. В фокусе внимания также занятость женщин и девушек. В районном филиале Шахриханского центра по обучению профессиям девушки осваивают азы кройки и шитья. В перспективе планируется увеличить направление курсов. Основной прием в этом году был на курсы кройки и шитья. Исходя из предложений обучающихся, планируем запустить курсы по парикмахерскому и кондитерскому делу на основе самозанятости. Свое содействие молодежи оказывают и промышленные мощности. Будь то выпускники школ или же бакалавры, получившие образование заочно, обеспечиваются постоянной работой. На предприятии работаю оператором. Так как с детства увлекался компьютерными технологиями, то поступил в профильное учреждение. Начал работу месяц назад, и мне нравится здесь работать. Впечатления положительные, заработок тоже достойный. Я и учусь, и работаю. И для меня созданы все необходимые условия. Несколько месяцев назад Батырджон Абдуллаев подал документы на работу за границей. Но в итоге, благодаря усилиям махалинской семерки, мужчине выделили кредит в размере 100 миллионов сумов. Сегодня Батырджон Абдуллаев налаживает собственное дело, а также деловые связи с партнерами из соседних республик. Планирует экспортировать готовую продукцию. Есть огромная разница между тем, что было до и после. 3 месяца назад мы выполняли небольшие заказы. Благодаря тому доверию, которое глава государства оказывает нам, у нас есть условия для развития. Теперь расширяем дело. К примеру, на сегодняшний день выполняем заказы от 10-15 миллионов сумм. Объединение усилий профильных организаций позволяет обеспечить занятость молодежи и женщин, в результате чего район превращается в территорию, свободную от безработицы. До конца года в районе намечено создать более 17 тысяч постоянных и сезонных рабочих мест. В связи с этим в Алтынкульском районе будут реализованы перспективные проекты, направленные на исполнение задач главы государства по внедрению положительного опыта Уйчинского района.